Плохая компания, негативное влияние интернета, наркотики и алкоголь. Это лишь самый короткий список опасностей, которые угрожают современным подросткам. В успешном будущем детей заинтересованы не только родители, школа, но и государство в целом. О том, как уберечь свое чадо, репортаж Алексея Немкевича. Густой дым и работающие пожарные расчеты. Чтобы потушить этот склад, в Гомельском районе пришлось привлекать не только спасателей, но и добровольные пожарные дружины. Огнем было уничтожено около 200 тонн сена. Это то, что удалось собрать аграриям этим летом. Как станет известно позднее, виновником пожара стал местный школьник. Для него эти каникулы закончились уголовным делом. Я говорю, лучше будет. Во время зимнего отдыха отличились и малолетние любители пиротехники. В больнице региона попали сразу несколько юных подрывников. Приходится констатировать, что в это время большинство из них находилось в сопровождении родителей. Так маленький ребенок пострадал от бенгальского огня, значит, глаз получил ожог. Кроме этого, получили травмы дети, это пальцы рук, ну и также травма, которая была получена в результате взрыва петарды, это повреждение ноги. Стоить здоровья может и, казалось бы, безобидная с виду забава. Например, буквально захлестнувшая нашу страну во время зимних праздников волна нового развлечения. Речь идет о катании с горок на тюбингах. Количество пострадавших уже идет на десятки. Точные цифры пока неизвестны, однако врачи говорят, что такого всплеска травмированных не помнят уже давно. В списке тех, кто оказался в больнице, в основном дети до 10 лет. Полученные травмы опасны тем, что последствия ударов не видны, особенно если они приходятся в область головы и позвоночника. Отметим, что чаще всего кататься дети приходят на склоны, которые находятся рядом с водоемами. Некоторые горки и вовсе выходят на лед, толщина которого, как отмечают специалисты освода, неоднородна. И случаи с провалившимися уже есть. Один из них произошел совсем недавно в районе речного порта. Попытались перейти, сократить путь к парку, попытались перейти участок реки. Пробуя на прочность лед, один из них провалился. Ну, благодаря тому, что наша дежурная служба вовремя заметила этих ребятишек, они вышли по открытой воде на катере к этому месту провала, и дети остались живы. Чаще всего в такие ситуации попадают те, кто не знает, чем себя занять. Родители не имеют понятия, где находится их чадо. К слову, согласно результатам последних исследований, например, отцы на воспитание детей в будни тратят всего 9% свободного времени. Это примерно 21 минута. Чтобы будни детей стали безопасными, родителям необходимо поучаствовать в организации досуга своих детей и еще раз напомнить детям правила безопасного поведения в различных ситуациях. Если с вашим домовладением рядом находится водоем, то напомните своим детям, особенно в зимнее время, о том, что игры на нем небезопасны и могут привести к трагедии. А также номера телефонов службы спасения 101 или 112. И еще одна важная тема, относящаяся к подросткам, это употребление наркотиков. И хотя эта проблема стоит сегодня не так остро, как несколько лет назад, она по-прежнему актуальна. Например, совсем недавно милиционеры задержали в Гомеле 17-летнего парня и 16-летнюю девушку. По версии следствия, молодые люди работали на один из интернет-магазинов по распространению психотропов. Позже в ходе обыска по месту жительства девушки обнаружено изъято еще 100 граммов аналогичных веществ, а также весы и упаковочные материалы. А затем сотрудники милиции обнаружили уже сделанные ими закладки на территории города Гомеля и Могилева. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Отметим, сегодня различные службы стараются максимально занять школьников и тем самым оградить их от неприятностей. По мнению специалистов, если свободное время ребенка не заполнено вниманием родителей, кружками, секциями и факультативами, он старается заполнить его на свое усмотрение. И не всегда правильно. Алексей Немкевич, Евгений Макеенко. Специально для программы «Де-факто».